Здравствуйте, друзья! Все, сегодня мы разбираем нашу беседку зимнюю, делаем из нее летнюю. Девочки будут помогать или как умеют. Надеюсь, уже нас снегом не завалит, метелями и вьюгами. Ну все, будем сейчас уже счастливо проводить время в жаре и солнышке. Вот что нас ждет, вот это все. Сейчас будем убирать, мыть, стирать, вычищать. Заклад зарывает. А что это у тебя там? Тебе, Веня, надо эти колдобины пойти закапывать носом. А мы нашли твой клад. Нос защищает. Да ладно, это Буся озвучивает. Клад твой нашли? Ой, что это у тебя? Ой, ой. Вялиться поставила. Капец, рассекретили. Всё, сегодня весь этот, всю эту красоту будем снимать. А, кошмар какой. Жека собирал, Вова разбирает. Конструктор для мальчиков. Лего. Та-да-да-та-да! Последняя досточка. Все. Осталось подмести. Ну и обратно все собрать. Все, летняя терраса звериная готова. Можно теперь здесь завтракать. А Венза опять за старое. Перепрятать надо, говорит. Сейчас опять увидишь, что ты. Венза! Мы рассекретили твой клад. Все, шамаханский шатер. А это все отправляется на склад. До следующего ноября, наверное, или до ноября. Все, поедемте кататься. Поехали, Буся, кататься, искать каких-нибудь лошакоровок. О, какая мульчированная кошка. Бежим кататься. Котом на машинке после доброй уборки. А? Поехали кататься. Так я тоже говорю, поехали. Да и Буся говорит, поехали. Чё ж не поехать-то, когда так приглашают. А чё ты сидушку не опустил? Ну, конечно. А то она будет на голове у нас сидеть. Как? Нет. Маленькую, ладно. Ой. Ой. Все перекрутила. Бубка, иди, я тебя отстегну. Я не могу, так они миленько сидят, конечно. Мы открыли другой вход. Другие сиденья опустили, и все. Буся заперлась в багажнике. Венза и вход перекрыла жопенцей своей. Чё, Бубка? А, нет. Говорит, что мне вообще ваши. Куда мы едем-то? Коров искать? Да. На поиски коров. Ну, водила. Дрова везет, будто мы.
Наш навигатор усатый-волосатый. Опа-опа. Опа-опа. А кто это тут такие? Пусть оно можно было не на меня съесть, блин. Наши любимые коровки! Ура! Не просто так мы приехали. Может, тебя с собой взять? Экзамен на права сдавать. Она умеет давить на ту ногу, которая внутри долега застрит. Умница. Купим тебе это. Машину. Будешь нас катать. Ну, конечно. С коровой она не разговаривает. Понимает, кто корова, кто собака. Киса говорит, классную платформу сделали, можно это кружить. К нам даже не заходит, он там кругами ходит. Смотрим на коров. Смущаем пастуха. Он думает, что это такое. Коров не видит, а коровы на нас смотрят. Мы смотрим на коров. Коровы смотрят на нас. Дай молочка, пожалуйста. Буся подсматривает. Красивые коровки. Здравствуйте. Кукусики. О, у тебя здесь специальный этот воздуховод. Говорит, и это, и не возвращайся, я на твое место сяду. Такие вот развлечения у нас в деревне. На коровок смотреть. Уже есть что поесть. Зашли домой водички попить. Пойдешь гулять? До свидания. Венза, пошли через выход. Пойдем, пойдем, я тебя выпущу. Я и говорю, пошли через выход. Естественно, куда я, блин, прыгать? Уже. Иди гуляй. Кто не хочет гулять, иди. Пойдем погуляем еще. Ну пойдем. Ну пойдем. Ну пойдем. Ну что, ну пойдем. Ну пойдем. Все. Бубка не хочет гулять, на коров насмотрелась и хочет спать. Всем спасибо за просмотр. Буду вытягивать кота на улицу. Ну пойдем. Ну пойдем.